Добрый день или уже добрый вечер, дорогие друзья, и хотел бы немножко так поделиться словом с вами. Мы живем сейчас в непростое время для нашей страны, Украины. Это непростое время не только для Украины, вообще для всего мира. И мы очень много слышим разной информации, мы видим разную информацию. И очень много это такая негативная, трагическая информация. Когда мы наполняемся такой информацией, наш дух, наша душа, она просто начинает как-то смущаться, как-то болеть. Царь Давид, он также переживал трудные времена в своей жизни. И в своих псалмах он говорит, что «вокруг меня недобрый народ, и люди лукавые, и все так плохо и трудно». Но в конце он говорит: «Но ты возведи меня на свои высоты». И он говорит своей душе: «Слав, душа моя, Господа». Знаете, мы слышим много информации, и эта информация нас формирует. Иногда нам нужно самим себе проповедовать. «Слав, душа моя, Господа, не унывай». Ты почему унываешь? Потому что вокруг информация говорит совсем обратное. И поэтому я желаю вам, когда трудное время в вашей жизни, приходит такое тяжелое время, начинайте говорить сами себе: «Слав, душа моя, Господа, радость в Господе – это сила и подкрепление мое». Просто держитесь упования Божьего, потому что Бог всемогущий, Бог всесильный, Он за вас, и Он всегда рядом с вами. И все будет хорошо.